Всем привет, с вами Zero Point. Продолжаем проходить GTA San Andreas Definitive Edition. Я сразу решил приехать на миссию Цезаря, чтобы не кататься на видео, потому что это максимально скучно. Вот, и затягивать прохождение тоже неохота. Так, король в изгнании. Привет, Карл. Как ты, сестренка? Это еще не конец, чувак. Я уехал из города ради своей женщины. Но сейчас я двигаю прямо домой и надеру задницу долбанным торговцам наркотой. Слушай, ты сейчас попрешь на район весь такой крутой, и тебя сразу замочат. Я не собираюсь тебя терять из-за дебильных разборок. Да расслабься, чувак. Мы разрулим это, когда придет время. Мы уже знаем, кто во всем это в говне виноват, чувак. Твой гребаный дружбан паровоз из Грув-стрит и полицейские свиньи, темпени и пуласки, блядь, пасраски, блядь. Чувак, паровоз, наркоторговец. Нет, он не паровоз, он может быть связан с труп. Он, блядь, теплоход, нахуй. А ну же, Си-Джей, как ты думаешь, не поможет тебе долбанный дом, а? Добей на эти росказни с Ругу-стрит, посмотри, что творится здесь. Хоть случай, что здесь просто отправляется транспорт. Блять, в порошком забит он, короче. Вот дерьмо, мне надо последить на шоссе на Сан-Фьерро. Может, я что-нибудь замечу. Просто не высовывайтесь, и я вернусь. В чем, в Сан-Фьерро едем? Сан-Франциско? Нихуя себе. Алло? Не дождаешься, засранец. Почему не звонишь, а? Я как раз собирался, но... Лжец, ты развлекался со своими вонючими путас. Нет, дай мне все объяснить. Молчать! Двигай сюда, нам пора грабить. Слушай, у меня сейчас небольшой напряг. Каталина, нихуя она розовая, блядь. Метка. Прикопов, похер на этих копов, реально. Пошли в пизду, короче, все. Ой, нихуя он через крышу вылез? Отстаньте. Я срежу. А, там речка ебаная. Подожди. Где Каталина живет? Нихера она далеко живет. Ебать. А, ну в принципе тут можно проехать, все отлично. Опять этот мост невидимый, сука. Я его не проеду, я надеюсь. Заебись. А, охеренно вообще. Блин, какая же огромная карта в Сан-Андреасе. Вот по площади она... Ну нет, ну пожалуйста. Ну блять, ну сука. Вылези. Ну вылезь ты из машины. Да вылазь нахуй. Отлично. А по площади карта Сан-Андреаса, она, конечно, уступает GTA 5. Но... Не намного. Блять, там цепная реакция началась, я понял. Да, на грузовике сейчас поедем, да. Можно машину? Я просто не умею водить в этих играх. Нихера, что такое? Вот, отлично, да. Иди сюда. Ковбой, блядь. Отстань от моей новой машины. Пикадор. Пикадоро. Итальяно. Какая итальяно? Это мексикано. Пикадоро, блядь, заебцанты. Так. А карта в Сан-Андреасе, она, конечно, огромная. Ну, конечно, GTA 5 она уступает по площади. По-моему, здесь 30, что ли, квадрат. Ну, блядь, ну что такое, а? Она под водой не взорвется, я надеюсь. Что происходит, а, скажите мне? Может, я доеду уже, нет? Да, это Каталины.
Площадь Сан-Андреас, по-моему, 30 или 40 квадратных километров, а площадь GTA 5, по-моему, 135. То есть достаточно много. Я на самом деле очень жду GTA 6 и одновременно не жду. Почему не жду? Блин, этот грузовик вообще не едет. А почему я не жду GTA 6? Потому что она... Вряд ли она у меня потянет на... в 2К разрешении. Вот, потому что вот этот вот долбанный ремастер, который, ну, графика реально, ну, графика, конечно, классная, но не такая классная, чтобы такие системные требования были. В той же Forza Horizon 5, который, ну, ладно, я недавно снимал про нее обзор, в ней графика, ну, раза в 3 лучше, наверное. Вот, и она, как бы, требует примерно таких же ресурсов. Как бы это... Отвлеклись от GTA 6... У меня она, скорее всего, не потянет в 2К разрешении на высоких настройках графики, как идет сейчас San Andreas, допустим, 60 FPS. И, скорее всего, мне придется покупать RTX видеокарту. А как вы знаете, это, ну, с баблом не то что проблемы, проблем-то особо нет. А вот цены на них... высокий. Но это, об этом, опять же, я рассуждал уже в серии про Watch Dogs. Так, тут Каталина у нас живет, да? Я могу тут сохраниться. Первая база. Эй, Каталина, детка, это я, Карл Джонсон. Ебать, у нее дома. Детка, мне очень жаль, что мы с тобой повздорили. Просто хреновый день выдался, я слишком резок. Прошу тебя, прости, детка, ну прости. Открой дверь, ёбаная эта шлюха. Она здесь, ничего не вижу. Ну уже, детка, не злись, прошу тебя. Где она, я не понимаю. Детка, Карл Джонс не может жить без тебя. Вот же дерьмо, а. Ну и теперь это... Ой. Здесь, кабруан. И кто теперь, сука, а? Детка, детка, прости меня, детка. Я же сказал... Ты права. Прошу тебя, детка, прости меня, детка. Черт, не убивай меня, прошу тебя. Просишь прощения, да? А ты ведь собираешься заработать прощение? Ну хватит же, детка, блядь, слишком много слова детка. Мы займемся очень жесткой игрой, детка. Продолжай говорить. Я возьму тебя с собой играть в банки и все такое. Я позволю тебе убивать любого, кого захочешь. Я буду хорошо с тобой обращаться, детка. Карл, по-моему, я тебя люблю. Ебать, у нее ебало, конечно. Ну, черт возьми, это здорово, круто, просто фантастика. Да, точно. Хочешь кого-нибудь ограбить, детка? Блядь. Господи, за что ты меня отправил на такие муки? Какой нахуй винный магазин? Тебе вина не хватает, что ли? Так, самый ближайший. И поскорее бы отъебаться от этой Каталины, реально. Она просто пиздец. Ходячий пиздец. Не, теперь гони, куда ты там, блядь, гони. Мы только что, мы из этой локации уже фуру угоняли, ничего? Ебать, у нее машина ебашит, кстати. Ха! Нихера тормоза. Несмотря ни на что. Хочешь ограбить тотализатор? Не, еще с тобой. Вот, Карл. Прорывные заряды, мать твою, детка, откуда они у тебя? Там еще было, я видел. 25, хера. Здорово он зашел.
Открой дверь сейфу, иначе мать твою, я тебе башку снесу, сука. Руки от сигнализации убери, а не то и деток, блядь. Я тебя приждала, дура тупая. Безмозглая, сука. Сука. Так, что у нас есть? Что делать-то, блядь? А, вскрыть дверь, ё-моё. Вот эту дверь? Блядь. Я думал, он подальше его кидает. Каталина, ты не боишься взорваться, нет? Шевелись, иди внутрь, открой сейф. Сейчас. Где сейф? А, вот. А, тоже взорвать его, понял. На, нахуй. Бам, блин, нихера себе. Хо-хо-хо-хо, все мое, все мое. Ну, прям эти ленивить хуи, блядь, сука. Да, все путем, ну погнали. Он нихера не... Куда он их засунул деньги? В трусы себе, что ли? Там места мало, алло. Лезь в машину, мать твою. Каталина, ты мне сколько денег заплатишь? Мне просто с баблом проблемы, мне нужны патроны, как бы. Мне нужны патроны, оружие и броники. Мне нужно все. Мне нужно все, что есть в этой игре. И чит-коды я никакие использовать не буду. С чего она стреляет? Что-то мощное. У нее револьвер какой-то, наверное. Мне пистолет обычно. Это, скорее всего, какой-то дигл. Я просто не знаю, какие в Сан-Андресе оружики есть. А, мы еще грабить пришли? Серьезно? Ой. Ой-ой-ой. Тихо. А, paint spray, все понял. О, розовая машина. Каталина, это твое. Я лучше подожду. Пока звезды пройдут. Я эту бабку собью, если то все пиздец. Мы спим с мужиками, значит, мы шлюхи. Ой, короче, отстанет. Это был просто обычный день. Тебе любишь, когда жарко, иди засунь свои маленькие яйца в морозилку. Черт, мои яйца тебе малы. Давайте просто заткнись рули, я считаю, долг гребаные деньги. Я надеюсь, она мне что-то заплатит. Мне деньги позарез нужны. 5000 долларов, это вообще ни о чем. У меня бы в Vice City к этому времени, или в GTA 3. В GTA 3 вообще пиздец сколько было бы. В Vice City у меня было бы уже 1030, наверное, к этому моменту. Ты меня очень впечатлил, Карл. Вот твоя доля, здоровяк. Сколько? 2 косаря? Ты чё, блядь, прикалываешься надо мной? Хули так так мало, блядь. Следующая миссия, быстро. Ушел на свидание. Эй, Каталина, это я, Карл. Выходи, детка, у нас только банков не ограблено ещё. Ну уже, давай. Сюда, ми амор. Давай, погнали. Ну-ка, волоки свою грёбаную задницу сюда, Карл Джонсон. Или я, мать твою, запихаю в неё гранату. Хорошо, я иду. Блять, у нее там трупы теперь валяются. Там теперь вонище в этом доме, блять, блохастом. Ой, сука, сифозная. Послушай, детка, мне очень нужны деньги. Ой, господи, что это, черт возьми? Это вообще придурок чертов, это дыба. Какая нахуй дыба? Я сейчас надеру тебе жопу до посинения. Ты никогда не пишешь, не звонишь. Ты мне задолбанную шлюху держишь? За одну из своих шлюх. Не надо, детка, прошу, это не моя тема. Я тебе как свалять. Детка, прошу тебя, не надо, прошу.
О, ну, а, блядь. Maybe we can go out and rob now? How was it? Different. I knew you would like it. Look, baby, I thought we was gonna make some serious... Ладно. I just need the money. БДСМщица хуева. А, поход... Ой, прости. Вставай. Пока мы не ограбим всех вот этих вот, по-моему, миссия Каталины не закончится. Меня сейчас по уши в дерьме, да-да-да. Окей, мы сегодня мы сорвем большой куш. Ну хотя, если в принципе по 2000 то брать. Ну блять, тут патроны на. Тут патрошки 2000 стоят. Серьезно, что ли? Тут патроны на винтовку стоят 2000 и так. Ну без глупости не случилось. Ладно, давай. Давай без глупости, хорошо. Уговорила. Местный алкогольный магазин. Охеренно. Чё это за долбанные ковбои? Подожди, мы разберемся, что к чему. Деньги у нас, так что убираемся отсюда. Эти же потрахи тащили наши деньги. А, это Каталинго. Это мои деньги! Эй, сука! Так не тупой ублюдок. Карл, то веди, я буду стрелять. Я тоже буду стрелять. Хотя нет, я не буду стрелять, у меня патронов нет. Каталина, мы, блядь, перевернемся на этой поеботине. Они уже превратились в точки вдалеке, жми. Какие точки? Ты чё, блядь? У тебя чё с глазами? Какие нахер точки? Может, будешь стрелять, нет? Стреляй, блядь! Блять, может ты его убьешь? Алло, они разделились. Ладно, давай за этим. Блять! Да ёбаный насос! О, здорово. Блять, вы чё такие косые-то, сука? Да слезь ты, забери портфель! Как забрать-то? А, всё. Ты такой медленный и тупой. Я знаю. Не надо мне напоминать. Жми на газ, слабак! Да я жму. Чё, тебе мало, что ли, бабок? Хотя нет, мало. Надо больше бабок. Куда я поехал? Ну стреляй же ты, Каталина! Стреляй, Каталина! Ну Каталина, ну ты чё, ёбаная... Еблантина, блядь. Еблантина. По-моему, мы пролетим мимо. А, сука! Ой, блядь. Сука, нет! Каталина, блядь! Сядь, Каталина, ёбаная! Да сядь ты сюда! Да сядь ты на мотик, блядь! Куда пошла, блядь? Ёбаная Каталина, сука! Быстрее, придурок! О, мы ему колесо прохуячили. Убей его, пожалуйста, убей его, сука. Что ж ты такая косая? Убей его уже, в конце концов. Блять, какая ты тупая. В конце концов, он на челяд, что ли, едет?
О, наконец-то. Отвезите Каталину обратно в уёбище. В уёбище, блин. Что ты хочешь услышать? Ты отличная девушка, все такое, но тебе надо успокоиться. Ты, если мы... Вот, наверное, ты заполучил львицу, а хочешь котенка, слабак? Нет, я просто хочу... Я не знаешь, почему я так себя веду? Нет. Ты я влюблена, Карл, сердце женщины полно страстей. Ты же не хочешь его разбить? Ой, блядь! Где я, сука? Мы выйдем отсюда? Пизда нам. Все, куда я заехал? Почему я не поехал не по навигатору? Тут-то мы заедем. Должны. О! Да ё-моё, ну и долбаный... Ну и что делать? Пизду, мы пересаживаемся. Ёбаные отбойники, как же они меня вымораживают. Сюда иди, Каталина сраная. Ну почему это говно не заезжает сюда, а? Ну почему? Тут не такой угол большой. Ну тут велосипед даже заедет, ну серьезно. Приехали. Каталина, блядь. Тебе предстоит еще много узнать о женских сердцах, Карл. Приходи, конечно, когда сочтешь, что уже понял это. Пока. Я уже приехал. 1000? Чё так мало? Так, ладно, секунду. Пауза. Так, продолжаем. Очередная миссия Каталины. А, очередной звонок, я понял. Приветики, чё как? Малышка, попробуй расслабиться и... Я расслабляюсь, когда ты будешь здесь. Мальчик, чтобы я не сделал яичницу своего хозяйства, когда ты приедешь. Это опять Каталина, что ли? А, это Каталина, я понял. Я как бы не уезжал, я просто на паузе стоял. Сделано в раю. Кто, блядь, Каталина сделана в раю? Ублюдок! Все вы, мать вашу, одинаковые. Я вижу это по телевизору, читаю все в книге, я слышу это в музыке. Вы все одинаковые, драки, все же движется тебе и себя теперь... Прости, детка. Я отдалась тебе задеть душу, и больше никого не будет. А больше такого не будет. С того момента между нами просто бизнес, окей? Но если ты этого хочешь, то ведь разбиваешь мне сердце. Я тебя предупреждал, сейчас отвратительное настроение. У меня. Если готов убить любого, что скажет мне слово, кто, блядь, поперек мне слово скажет. Особенно тебя, ошевелись. Сегодня мне так хорошо, как будто я снова родилась. Давай, поехали. А что не так? Ничего, просто я ненавижу мужчин. Успокойся. Я спокойная. Не будь я спокойной, я бы на мангале тебя, блядь, пожарила. Вот раз покажи себя мужчиной. Поехали, любовничек. Вот у нее классная машина, реально. Надеюсь, на этот раз ты будешь рулить лучше. Не уверен.
Все, я вас не читаю, потому что мне надо вводить. Но только Талина обидится. Ебать, у нее машина валит, а? 100, 200, 300, 400, блядь, у нее охереть какие. Будешь присмотреть за народом. Слушаюсь, мистер Каталина, это так точно. Даже не вздумать то, что-то выкинуть. Сисюрите, блядь. А не выглядывали последнего доллара, сейчас же, сучка. Я пустошу сейф, держи этих придурков на мушке. Ладно, вы слышали, что сказала леди? Никакого геройства. Ты чё, сука, а? Идиота! Ну всем подожди, они какие-то психи играть, бэнк поломано крик. Чё, ты только купил ещё один пончик, разве преступники не могут подождать? Здесь взятки, можем позже заехать, пошли, блять, посмотрим, что там случилось. Мы знаем, что вы там в экране выходите, сопротивление типа бесполезно, пиздец. Пиздец вам. Чё? А, я понял. И чё? Не понял. Всё, понял. Сколько я подобрал-то? Я нихуя не подобрал. Так, кто-то был. Follow me, блядь. Так, кто-то есть. Тихо, Каталина, ты чё? Он сдох? Нихуя. Сука, заебал. Пидорасы. Ой, блядь, Каталина. Ой. Блядь, нам пизда, Каталина, блядь. Ой, Каталина, что делать? Бля, пиздец нам. Ты куда бежишь-то, блядь? Я не сюда бегу. Алло, блядь. Чё, ёбнулся, что ли? Бежим, Каталина, быстрее. Хули мы стоим, Каталина? Ой, приехали копы, смотри. Сан-Андреас. Садись на байк, поезжай. Думаешь, мужик у нас за настоящей женщиной? Поехали быстрее, блядь. Ой! Ой, блядь! Еще ебаный дождь, я ничего не вижу из-за него. Зачем было такой дождь делать, из-за которого ничего не видно? Как же он пестрит в глаза. Не тормози, ублюдок, блядь, я взлетаю. Пиздец мне. Не все нормально. Блядь, у меня дождь гипнотизирует. Сука! Сука, я нихуя не понимаю, что происходит. Блять, мне в глазах рябит, сука, я не понимаю. Ебать, коп, ты чё? Ебать, трюки. Он меня чуть не... Если бы он меня уебал, это был пункт назначения, реально. Я ничего не вижу из-за дождя вообще, мне... А, подожди, мне глаза заболели. Блять, копы ебаные. Тихо. ХП, блять, ХП, сука. ХП, блядь, Каталина, ты чё делаешь, ёбаная дура? Всё, пропали, блядь. Садись, поехали. Ух, Каталина, сука, дура, блядь. Чуть не сдох из-за тебя.
Какой ты мерзкий, аж мурашки по коже. Я только что тебя спас, дура, блин. Блин, ничего не вижу, блин. Сука, ну почему такой дождь уебищный сделали? Вот, держи, спасибо. Она же, ты поймешь, Карл Джонсон. Она была на самом деле... Она на самом деле тебя любила, твое сердце расколется пополам. Ну ты больше похож на бесхребетную ящерицу. Прощай. Десять тысяч! Охереть. Это хорошо. 10 тысяч, это классно. Ну нет, ну пожалуйста, ну нет. Все, отлично. Так, миссия теперь добраться до пожрачки и купить броник с этим ебаным дождем, из-за которого ничего не видно. Те, кто играет в San Andreas долго, они, конечно, привыкли к этому. Но мне привыкать долго, потому что, ну реально, он... Блять, это пиздец, конечно. Ну вылези. Да вообще перекус давай мне, похуй. Купить, купить. Еще. Еще. Все. Алло! Привет, брат, я нашел халтурку. Цезарь, чё почём? Закись азота. Гонки, дружище. Не шикарные тачки, а быстрый парень, быстрый. Ты о чем? Уличные гонщики из Сан-Фьера. Они тут собираются и жгут асфальт вдали от копов и их вертолетов. Хочешь немного подзаработать, а папа римский срёт в лесу? Чё ты ко мне привязался с этим вопросом? Его святейшего... Блять. Не хочу я в гонках участвовать, отстань от меня. А, это обязательно? Ну ладно, тогда хочу. Это, кстати, по-моему, дождь заканчивается. Сейчас стало хотя бы видно что-то. Нет, подожди, мне нужен броник. А у меня ХП даже не на максимум восстановилось. Дождя стало меньше, слава богу, я хотя бы что-то вижу теперь. Ни хрена у вас оружие. Ну, так, бронежилет. Значит, потом. ППА, есть винтовки еще. Это точно винтовка или это дробаш? Нет, это винтовка. Давай винтовочку купим. В принципе, она недорого стоит. This, right? Недорого, блин. Ладно, похер. Буду все наружу спускать. ПП. 2000, нормально. Похер. Take it, hold it, love it. Так, все, столько хватит. Потом, гренка сколько стоит? Ну, в принципе, нормально. Давай до 10 тысяч. А, хотя, ну, в принципе, все, да? 30 максимально. Нет, 35? 40? 45? 50 можно, нихера? Все, 55 не хватит, точно. За глаза прям. Все, 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 выйдите. О, дождь закончился, слава богу. Так, давайте к Цезарю. Там гоночки, да?
Буду на полицейской машине гонять, нормально. Заебись вообще. Четко. Ну, ё-моё, ну нет. О, отлично. Вырубить говно вообще. Здорово, Цезарюга! Ой. Что? Этот транспорт не подходит? В смысле, а какой? Ну, давай гражданский. Где он? О, заебись. Надо было у Каталины спиздить, у нее машина охеренная. Блядь, где Каталина живет? Вот тут Каталина живет. Давай у Каталины спиздим машину. Она же там живет. Если она не там живет, я не буду ничего делать вообще. Вон ее дом, да? Это ее дом или это не ее дом? Блять, это не ее дом. А где она живет-то? Подожди. А где она живет? Каталина! Сука долбаная, обдолбанная. А, вот она живет где, вот. Там сохраняшка, как раз она там и живет. Отлично, заебись. Так, давай сразу сохранюсь. А, ладно. Давай вот это. Да. Блять, ну только не разбей ее, пожалуйста. Раньше времени. Я вас выебу всех. Визиму. А, возиму. Черт, да куда он провалился? Ничего, в тебе жил целую вечность, ты где шлялся? Прости, брат, я не знал, что ты... Как... Я не знал, когда гонка. Ну, конечно, совершенно случайно рисовался. Всего через пару минут. Когда бензин пылающей страсти течет по твоим жилам, ты чувствуешь, когда должна начаться гонка. Я думаю, от того свежего воздуха крыша мало поехала. Йоу, Си-Джей, смотри. Ты еще не был на наших... Откуда ты взялся? Я из 70 Грустрит, что в Лос-Антосе, а что? Что, блядь? А расслабься, мы же не на параде, приятель. Нам все равно нужно быть осторожными. Вузиму, мои друзья зовут меня Вузи. Как поживаешь? Че, Си-Джей, Карл Джонсон. Слушай, в наших гонках проигравший отдает бабки или тачку, как сам захочет. Я тачку отдам, все равно Каталине. Заводи мотор, сейчас мы начнем. Удачи, Карл Джонсон. Я, блядь, тачку отдам, я новую спищу. Чувак, с этим типом явно что-то не так. Осторожней, Си-Джей. Похуй вообще, разъебу. Какой-то сабре, какой-то, я не знаю, что это, блядь, такое. Я только сабре узнал.
Так. Не-не-не-не-не-не, ты чё, блядь? Сука. Чё с подвеской? Подвесон чё-то выёбывается. Не, ну тачка быстрая, можно не бояться, что не обгонит. Мне так кажется. Так, 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 так. Но мне кажется, я обязательно должен выиграть, потому что это что-то... Ну, это на сюжет влияет, как бы, этот Вузи. Он сюжетный персонаж, это 100%, я его знаю, как бы. Пожалуйста, блядь, не разъебись. Фух, 500 баксов, заебись. Где они? Их вообще нет. Они потерялись где-то. Главное только не перевернуться. Не-не-не, не раскачивайся. Это ты кто вообще такой, что катаешься? Ага, вон они. Ой, блядь, тихо. Не, ну они прям совсем медленные. Они прям реально медленные. У меня машина быстрая. Пизда. Сука! Пиздец! Все-таки перевернулся. Ну и что, а не будет, что ли, перезапуска-то? Что, я должен сам ехать? В смысле, блядь? Какого хуя? Ай, блядь. Ладно, давай я загружу тогда. Да, давай загружу тогда сохранение. Ой, блядь. Ну как так можно было обосраться-то? Ну что такое, а? Ну я не понимаю. Ну как так? Ну как так? Ну так все охеренно шло. Ну долбанная Каталина, а? Она так подвеску настроила, что ее машину перевернуть запросто вообще. Вот, сука, долбанная физика с Сан-Андреса. Почему машины так легко переворачиваются? Реально раздражает. Все, я все знаю. Че я их скину нахуй тут? Пошли в пизду, блядь. Хуй вы оттуда выберетесь, поняли? Так, теперь мне конкуренцию составляет 1-2 человека. Один точно улетел туда. Я прям своими глазами видел, как он ёбнулся. Так, давай, аккуратно только. Вот здесь в городе не страшно, она не перевернется. А вот в сельской местности она, блядь, ёбнется. Еще вот эта вот местность, вот эта вот, где прыгать надо. Я, пожалуй, не буду прыгать в пизду. Я лучше объеду. Нахер мне эти приключения, вот эти вот... Ой, комбайн. Нахер мне это не надо все. А, это скриптованный, смотри, он выезжает.
Так, тихо, аккуратненько. Прям медленно поеду сейчас. Тише едешь, дальше будешь. Так, вот тут я перевернулся. Вот здесь вот. Вот, вот возле этого заборчика. И сколько я не доехал, мне интересно. Что? Я понял. Вообще конкуренции теперь мне никто не составляет. Только вот этот фургон, сука, который мне мешает. Это упал с горы, короче. Это вообще... Сан-Фиеро. Скоро мы сюда переедем, походу. Кстати, я хочу пройти GTA San Andreas до этого... До февраля. Вот напишите в комментариях, получится мне это сделать или нет. В принципе, есть 2 месяца. Какие 2 месяца? 1.5. 3 минуты я ехал. Нормально. Так, и чё? Здорово, Вузи. А он, кстати, слепой. Нихера, можно мне эту тачку? Оу, да! Ты отличный водитель, Карл Джонсон. И мне не жалко проигрывать парню, который готов идти до конца. В свою очередь, что условия, пари? Как тебе в спину дышит полиция, приходится быстро учиться. Слушай, нам надо исчезнуть отсюда к всем чертям как можно быстрее. Местным копам почему-то не нравится наш благородный спорт. Точняк, спасибо за совет. Ладно, мне пора. Знаешь что, если окажешься в Сан-Фиеро, позвони мне. Возможно, мы сможем провернуть пару дел вместе. Да не вопрос. Кажется, это по нашей душе. Приятно было познакомиться. Так, ну, вот и все. Собственно говоря, 5000 баксов получили. Нормально. На этом мы с вами закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока, друзья.